Привез знаменитые картины в нашу республику посол Германии в Молдове Матиас Мейер, который выразил надежду наладить культурные связи между немцами и приднестровцами. При выборе картин мы ориентировались на тему «Сильные женщины». В Германии есть 4 известных женщин с сильной личностью. Мы думаем, что этими 4 женщинами мы лучше покажем Германию в городе Рыбница. И женщины в Рыбнице поймут, что несмотря ни на какие трудности, все-таки можно все преодолеть. Первой в зале кинотеатра «Энигма» показали картину Лили Марлен, именитого режиссера Райнера Фассбиндера. Фильм специально не дублировался. С оригинальным текстом, подлинными эмоциями актеров, живой интонацией, и понять жителей Германии приднестровцам было легче. Для тех, кто не знает языка, русские субтитры. Несмотря на то, что фильм был на немецком языке, мы все-таки смогли понять, о чем говорится в фильме, и вообще смогли понять всю немецкую культуру и язык. Иностранное кино – это не только приятное времяпрепровождение, но и способ лучше узнать жизнь в других странах. Особо заинтересовала лента студентов Рыбницкого ПГУ. Фильм понравился, действительно был очень интересным. Мы благодарны, на самом деле, господину послу для того, что он организовал для нас такой праздник. И для нас, как для студентов факультета иностранных языков, это является большой помощью в изучении языка. В рамках фестиваля в Рыбницком кинотеатре «Энигма» и Бендерском кинотеатре имени Горького будут показаны фильмы «Лили Марлен», «Лола, беги», «Софи Шоу, последние дни» и «Фонтане эфибрист». Начало сеанса в 18:00, вход свободный. Андрей Малеванный, Татьяна Семенюк, Руслан Киямов, Первый Приднестровский телеканал.